Доброе утро. Раннее утро. Я связал оснастку новую. Это мне кажется более надежную. Иду на Жереха. Все пока спят. Ночь такая была более теплая, чем прошлая, но дождливая. Как-то вся рыбка успокоилась. Вон я вижу один выход, но он не бьет пока. Сейчас мы посидим чуть-чуть, подождем. Я думаю, должен бой начаться. Вот тут здесь я сидел возле этой деревца небольшого. Так что подождем. Если нет, то вслепую поработаем, обработаем эту зону. Наверняка он здесь стоит. Просто может в пассивном состоянии быть. А когда не по поверхности, а чуть глубже заглубить оснастку, он атакует ее. О, выход. Выход очень хороший. Так что, друзья, действуем. Ловить буду на крид до 32. Поставил такой космастер. Кондорский вроде бы. Он слабоватый, 10,5 грамм. Но сам классный. Такие мухи я сделал. У Игоря взял бактерии. Такие предназначены для морской рыбалки. Сострих их. Так. Проверяем фрикцион. Ну так, он стоит как в прошлый. В прошлый раз так далековато, конечно. Сейчас проверим. Раскачиваю максимальную нагрузку. Да, слабовато. Если бы грамма 3 еще плюс, метров на 15 я мог бы дальше бросить. Он дальше стоит сегодня. Значительно. У меня есть космастер такой более крупный. Тусклый, правда, но вон он стоит. Это мелкий. Можно его попробовать. Жерех, когда жрет, то размер железа как бы не особую роль играет. Небо красивое сегодня. Ну что, друзья, попытка номер 2. Первая неудачная была при забросе от нагрузки. 0,28 леска лопнула на узле, и вся оснастка ушла моя в дар Нептуну. Я перевязался, сейчас покажу вам. Ух, бой какой. Это не крупный жерех, конечно. Вот козу такую связал, кукри поставил, не помню, сколько здесь грамм. Сейчас очень мощный бой начался. Надо терять время. Леску поставил уже с онлайн. 0,44 флюр. Ну, конечно, грубовато, но будем надеяться, что при такой активности жерех должен взять ее. Не присматриваться. Вот очень удачно провел. Ну, кукри у меня, конечно, чуть полежала в коробке. Она такая тусклая. Не такая, как надо. Нужна быть максимально блестящая. Да, такое творится на воде. У меня есть там старый Вадима Кастмастер, крупный. Можно будет попробовать, но тоже тусклый, все такое ржавое, тусклое. Свои два самых таких классных я отстрелил, к сожалению, уже. Не, не хочет, или толстая леска, или не устраивает. Можно сейчас ускориться, любит он такое. Друзья, есть? Прям на забросе, не крупный. Получился так на шлепок удар. О, что не по... А, есть. Ого, что-то второй прицепился, или что на муху? Не могу понять. На забросе. На шлепок сначала удар был мимо, потом еще один
Пошел наверх. Ну, вроде не крупный. Попробовал я. Сейчас поставил. Я не знаю, как называется. Вольфрамовую такую блесну. Вес тоже я не помню. Покупал. Но он тоже такой тускловатый, но летит зато, конечно, просто пуля по ту сторону десны. Ах, на муху взял. На муху. Он не крупный. Там их два или что, не могу понять. Вот это очень мелкий. Да, их два. Смотрите. Мелочевка, правда. Вот так вот. Это как когда-то я на этом ловил. Тихо-тихо, шели-шели. Вот это покрупнее чуть-чуть. Вот так вот, два штуки сразу. И на муху, и на этот. Бой такой активный. Такой. А этот чуть поменьше. Ох, там такой бой творится, что это кошмар. Сейчас я как-то... В общем, два жерешка вот такие вот. Красота. Сегодня сделаем вяленую рыбку. Тише, тише, тише. Да, сейчас надо крупного найти. Что же это такие малыши? Вот второй такой красивый. Красивая рыбка какая. Обожаю жерех. Боя сейчас нет, но... Я приблизительно знаю, где он стоит. Он ударил. Ух ты, вот это уже хороший. Но я туда не доброшу. Попробуем. Очень далеко кинул. Ох, тюкнул что-то. Ну, прикольно получилось. Тащил этого небольшого на оборотке, и потом уже на блесну сел потяжелее. Друзья, камера выключил, есть. Опять же, не крупный. На быстрой подмотке реагирует. Спиннинжок мне нравится этот. Такой. Как экстрафаст. Ох, как он. Ну, взял на блесну. Такой как. Тот покрупнее был. Который. Вот тоже на блесну крупнее. Вот такой вот. Ну вот это вот пилькер вольфрамовый. Сейчас, я думаю, сделаю паузу небольшую. Пойду. Есть там Кастмастер такой, я не знаю, грамм 20, наверное, или 18. И я это... Крючок надо переставить. Заодно место отдохнет чуть-чуть. Я крючочек переставлю там. Правда, место бьет и бьет. Он буквально, может, 30 минут и все. Сейчас сделаю фоточку. Красивый этот жерешок попался такой, приятный. Друзья, прямо на забросе, на ляп. Ну, мелкий. Ух ты, вот это был крупный, но ушел. Тащу маленького. Ударил крупный. Вот это хороший был, зараза. Маленького тащу или сошел, не пойму. Удар был только что просто сумасшедший. А не, идет какая-то мелочь. Ай, вот это был, конечно, классный удар. Максимально дальний заброс. Прям под ту сторону десны. Да, наоборот, косил мелкий. Ну. А не. Ух ты, бороду мне отбили. Ну как так? Как так? И вчера с бородой проблема у меня была. Вон бой какой. Ты елки, бороду отбили. Странно, там же так связал уже. Сейчас пойду, в общем, перевязываться. Ну как так? Развязалась борода. Очень мощный удар был.
вернулся на место, перевязался, вот новую муху поставил, то отбило полностью. Леска 044 с онлайн. Пилькер взял еще товарищик космастера. И сейчас попытаюсь поймать, что на бой уже закончился. Пока вот тише было уж. Будем ждать пока. Друзья, есть. Обстрелом немного бросил. Как раз там, где выход был. Поймался. А не, всёкся, а там посмотрим. Не крупный, к сожалению. Жаль. Прозевал я весь бой. Сегодня какие-то стандарты. На блесну взял все-таки. Тише, 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 тише. Вот такой вот. Ну, пилькер. Пробовал на космастера на разные. На тяжелые не очень. Такой красавчик. Вот пилькер. Ой. Продолжаем. Друзья, есть. Но не крупный. Только выключил камеру, снимал тут полчаса. Не крупный. С дальней расстояния. Красиво взял, конечно, так. Борзо. Так туговато идет, если честно. Может, покрупнее чуть-чуть. Погода меняется. Хотел на карася сегодня. Сейчас посмотрим, если дождя не будет. Да не. Я думал, крупнее. Вот такой вот. Тоже на пилькер. Что муху они, кстати, не жалуют. Такие все пилькерные. Самый крупный. И вчера на муху взял. И сегодня. И оба случая неудачные. Для меня, по крайней мере. Такие вот красавчики. Деснянские. Какие они красивые. Друзья, опять есть. Апстримом бросил. Ну, опять же. Стандарт. Срабатывает иногда ускорение проводки. На мушку взял вот этот. Отвечает тихо. Ну, какой он борзый. Так, блесна на месте. Это уже плюс. Вот мушечка. Так что сейчас сфотографирую. Красивенькие. Не крупные, конечно, но... Друзья, нашел точку. Опять же, с того места на проводке прям. Опять же, небольшой, но... Поклевки сейчас получаются на каждом забросе. Бросаю чуть-чуть вверх по течению. Вот такая волна от него идет. Он что, крупный? Не могу понять. Вроде хороший. Сейчас посмотрим. Да, на муху взял. Это, наверное, самый крупный из всех, что я засек. А не, мелкий.
А, их два здесь. Это что-то. Вот это вот. Видели такое? Я же думаю, вроде не крупное, но... Друзья, пробуем на камеру, если получится. Даже не вижу, где упала. Там есть такой небольшой бугор песчаный посреди реки, речки. Но там он и стоит. Видно в хорошем количестве. О, первая проводка пусто. Не любит он камеру. Сейчас я еще раз попробую. Да, сегодня утром бой был просто шикарнейший. И крупный выходил. О, хороший заброс. Как раз я ее перекрыл, коску. Ну. Лодка моторная сейчас вдруг, если пройдет, все, рыбалка закончилась. Не, не хочет. Опа, есть. Вот это вроде более-менее, ребят. Ай, класс, возле берега уже. А нет, что-то. Легко сдался. На блесну взял. А не. А не, небольшой. Показалось такое, что ух. Хороший удар на противоходе. Стандарт. Такие же решки. Сегодня сделаем балычок. Челюсть замкнулась. Такие красавцы. Что, по 50? Я сюда не лезу. Куда лить? Ранены. В общем, жереха половили. Поймала 10 штук больших. Мы их сделаем из них такую вяленую рыбу, балычки. А сейчас мы с бригадой пойдем на карася. Наш лагерь. Андрюха рыбку готовит, щуку запекает. Вышли из лагеря, плывем вниз по течению. Это веселое место. Разрабатываем новый маршрут, потому что прошлое нам не понравилось. Очень много ехать на машине надо было. Там опять тащить лодку. Там какой-то конкурент за нами плывет. Надо сейчас его запутать. Это тоже наши конкуренты. Не-не. Мы знаем пару болевых приемов. Что ловится? Ты знаешь, да. У меня два таких схода было сегодня. Да? А я поймал две щуки, один такие шнурик, а вторая больше килограмм. А там повыше надо вам. Девочка, мы же сейчас напоримся на подводные рифы. Все, идем на карасика. Сереженька обратно будет на весла хотеть, а я пешочком пойду. Хорошо. Мы уже на озере. Вот наша компания, там дальше какие-то конкуренты. Которым надо дать по шапке. Так, вот наше местечко, мы в прошлый раз здесь рыбачили, нам понравилось. Озеро очень красивое. Сейчас червячка на крючок и вперед. Ты глубину меряешь. Буду ловить на да, на Brain Apex Pole, на 5-метровочку. Два поводочка по классике.
дядя Сережа. Поклевочка. Ну, карасик небольшой, конечно. Это уже второй. Первый чуть побольше был. Ветерок такой, конечно, неприятный, боковой. У дяди Сережи поклевочка опять. Да, пошла. Смотрите, что дядя Сережа делает. Сережа, брать красноперку? Да нет, ну красноперка то не рыба. Карась, вот два крючка во рту. Ну это какой-то... То есть если он есть, то он есть. Он и ест. 100%. Два крючка во рту. Ухиная поклевка сейчас выложит, скорее всего. Ну видишь, твоя школа. А что произошло? Соскочила с этого скрепления. Клевочка. Такая аккуратненькая. Ну, пошла. Такой. Ну, тут, конечно, как у вас там самый крупный, да, был? Вот это, да? Что ты молчишь вообще, как рыба, рот открываешь? Что-то хочешь сказать? Нормально, это карасик уже такой. Вьеный поклевочка. Небольшой. Это какие-то конкуренты вот возле нас тут. Карась сложный попался, уйдем. Пошла. Надо его по воде, чтобы поводок не оборвал. А что вы с ней хотели делать? Красиво ведь? Лежат они там. Так, поклевочка. Сейчас будем, наверное, на новое место переезжать. На более глубокую канавку. Потому что здесь 40. Мы с Генкой разобрались. Начинающим рыболовам тоже показали мастер-класс. Ловят, а мы пойдем. Пусть они мелочью занимаются, а мы сейчас на серьезную рыбу поедем. Единственное, что нас может остановить, это вот этот вот дождь, который намечается. Ты, глянь, потягал и бросил. В общем, там поглубже, рыбка покрупнее. Давай уже. Никак не может замучить. Игорь, пошла у Игоря жара. Хорош. Нормально. О, Генка, у тебя что-то поклевает? Не? Это волна? Угу. А мне что-то бросило. Так сначала хорошо начинало. Поклевочка на новом месте. Ух ты, глянь, А так тащил. Я думал, крупнее будет. Ну, такой, кстати, хорошенький. Может, что с глубины он так тянется классно. Есть такое дело. Друзья, вот. Леночка, смотри, что я делаю. Ты такое вот видел он, или нет? Вот он. Вот за таким мы и гонялись. Леночек. Да. Класс? Размер приятный. Класс, линка поймали. Хорошо так тянется, это не карась. Прелесть. Ну скажи, тут красивее карась намного. Но редкий поклёв. Красивый, круглый такой.
Так крупнее она сколько? Да, сковородочка прям. Вот здесь надо, конечно, мне кажется, кормануть. Но карась красивая здесь. Ох, Коля, неплохого тянет. Хорошие карасики. У нас здесь редко, конечно. Но есть линии. О, пошла. Ух, как бьется. Это на линя похоже. А ну? Не, карась. Ну какой красавчик. Просто прелесть. Кругляк. Такой кругленький. Это ж просто класс. Крутой. Вообще классный. Поклевочка справа. На полу лежащий поплавочек. Со дна. Сейчас посмотрим, что он там. Ой, хорош. Колька! Показать, как это делается. Дуплетом. Так ловят профессионалы. Твои щины выросли. Венки поклевочка. Пошла влево. Стоп, бросил. Переехали еще одно место. Тут где часто клюет, но рыбка мельче. Здесь реально часто клюет. И линии не попадаются. О, красиво как. Прелесть. Красивые поклевки. Глубина здесь в два раза меньше, там где мы до этого были. Хорошенький, но не такой как там. Поклевочка красивая. Причем такая. Ах, небольшой. Ну, такой более-менее уже не откровенная мелочь. Дайте карася. Такой вот. Выкладывает. Ох, пошел красиво, когда? Класс. Ну, небольшой. Янка чуть больше поймал только что. Красивая поклевка, классика такая. Прелесть. Я конкретно замерз. Так. Все. С карасем мы завязываем. Отловились. Удовольствие получили. Закрылись, можно сказать. Уже прохладно так стало. Ветер такой, ух. Вот наш карася, сколько мы поймали. Сейчас мы... В общем, отлично. Размер такой средний. Хороший. Мы довольны. Едем в лагерь. Ужинать. Яночка, ты удовольствие получил? Огонь. Слава Богу. Это я за тебя больше всего переживал. Вот такая вот десна. Щедрая. На жерика, на щуку, на карасика. А, и длинка еще два штучки мы поймали. В отличие от наших конкурентов. Так что сейчас мы собираемся и идем на веслах к лагерю. Где-то 0,7 километра. Вечер в лагере. Маленько, твой налобник там найдет мне, да? Уже надо будет скоро. Так это себя или что сфотографировать? Это не рыбак, я вижу сразу. Здесь у нас балычок готовится. Коптится потихонечку. Дымком нам дается. Рыбаки пришли. Вот это рыбаки, это браконьеры. Допалось до рыбы. Дракоши.